Всем здравствуйте, друзья! Ну что, ощущаете уже приближение самого любимого праздника Нового года? У нас уже здесь, конечно, Рождество через 10 дней, и все очень заняты, все украшают свои елки, дома. И вот вы знаете, я показываю вам тоже, это у меня елочка, которую я использовала, да, вот уже в течение нескольких лет. Она маленькая, она меня устраивала. И вы знаете, она была зеленая просто. Ну, я ее совершенно не так украшала, я украшала ее по-обычному. А тут вдруг на меня что-то, вот это все так подействовало, когда я ходила по этим красивым магазинам и видела новый дизайн. Но как по-новому украшают елки. Так вот, знаете, я тоже. Но я на этой елочке еще только тренируюсь, на маленькой. Это у меня еще такой вот временный вариант, вам показываю. Потому что я в этом году, как говорится, с ума сошла. Я себе заказала елку 1,80 м, огромную. Такую елку я уже давным-давно не ставила, а тут решила. И если я на Новый год остаюсь здесь дома, то почему бы мне уж себя не порадовать? Так вот, уже все я приготовила, все почти купила. Но я даже не то чтобы купила, а я, вы знаете, сама все делаю. Вот даже вот это вот все. Это все я сделала сама. Как я декорировала эту елку? Я буду декорировать свою большую. И вам обязательно покажу. Вы знаете, много таких интересных вещей, интересных нюансов, которыми я хочу с вами поделиться, и которые я сама не знала, как лучше смотрится елочка. А вот, и какие модно сейчас украшения на елку. Я вам частично показала вот в этом вот видео наверху. Посмотрите, я ссылочку даю. Но я хочу продолжить, вы знаете, потому что то, что я вам показывала, как дорого стоит это все в магазинах в наших. И лучше все это сделать самому. Вот это вот я сделала сама. Ну вот, я показала вам, да, уже. Вот, поэтому как украсить елку, как бюджетно обойтись. Для нас это важно, понимаете. И, конечно же, как весь этот модный дизайн применить. Я вам все это покажу. А сейчас хочу показать вам видео, где я продолжаю ходить по магазинам и искать какие-то варианты для украшения своей большой елочки. Давайте посмотрим. Я сегодня вам также покажу, как я буду декорировать свою елку. И вы знаете, еще, конечно, покажу. Вот, во-первых, цены хочу вам здесь показать, чтобы елка выглядела дорого. Тут, конечно, не обязательно платить огромные деньги. Вот, вот эти вот цветы. Вот модно тоже их на елочку ставить. А эти новогодние цветы красные, они очень хорошо оттеняют. Потом вам все это покажу. Сейчас просто посмотрите цены. 3,75 один цветок. Очень много вот таких вот веток тоже украшать. Елки очень хорошие, красивые, но смотрите, цена опять 3,95. Вот этот шикарный зелененький. А тут еще видите, ну, все вам покажу, все вам объясню. Сейчас просто хочу показать вам, какие здесь цены и как много сейчас всяких украшений для декорирования елок. Вот здесь еще большой выбор вот цветов таких. Они очень украшают елку, она сразу становится не только нарядной, но и выглядит очень дорого. Ну и стоит он не так и много, 2,95, видите. И вот этот вот цветок тоже очень модно и очень красиво. Сколько он стоит, сейчас посмотрим. 2,75, даже еще и дешевле. Они все просто вот на такой клипсе, видите. Вот она, прищепочка такая. И прикрепляете. Вот белые в упаковочке. Сколько стоит? Сейчас посмотрим.
Вот самая дешевая, фунт 95. Вот такой вот белый цветок. Очень неплохой. Вот такие маленькие веточки. Тоже декорировать. Фунт 45. Золотые и серебряные. Это весьма эффективное, тоже красиво втыкать в елку. Цену показываю опять. Цену и не вижу. Иногда цену не найдешь. А, руб 95, фунт 95. Вот они. Вот эти 2,25. Но они маленькие все. Вот это только... Ну, вообще смотрится красиво, да? Согласитесь, что он украсит очень красиво елочку. Вот. Вот такие блестящие. Руб 45. Фунт 45. Это Redberry. Тоже веточки. Фунт 25. Ой. Вот, видите? И... Как вы понимаете, вот эта вот цена, такая дорогая, фунт 25, все это кто-то сделал. И можно сделать самому, это раз, чтобы наша елочка у нас выглядела очень красиво, пош, как здесь говорят, дорого, и чтобы она нам обошлась бюджетно. А вот какие красивые цветы, посмотрите. Боже, какой огромный и красивый цветок. Но он и стоит. Я извиняюсь. Он, видите, 5,95. 6 фунтов. И такой же красный. Красота. Тут ведь понимаете, какое дело? Даже если мы выберем такой, в общем-то, 3 за 2 фунта такой цветочек. Или вот эти веточки. Фунт 95. Но нам же ее не одну на большую елку. Надо таких, по крайней мере, штучек 5. Очень красивая здесь для декорирования каминов специально. Вот такие вот белые, зеленые, золотые листики укладывают на камин. Но и цена 10,50. Вот это для напольных ваз. Ветки такие. Стоит она еще более-менее нормально. 5,45. Кстати, неплохо стоит. Нормально. Вот ставить в напольную вазу. Она очень украшает. В общем, посмотрим сейчас. Определимся, выберем. Хочу показать. Вот такой венок я сделала сама на свою входную дверь. Вот. Посмотрите, кому интересно. Я использовала... Ой, потух. Свет потух. Это у нас в коридоре. Я использовала все подручные материалы, которые только у меня были. С наступающим Новым годом!